Я хочу, чтобы зона исчезла. Он очнулся на улице мертвого города. Держась за дверку, он сел, оперевшись на холодный проржавевший металл. Дверка автомобиля издала непонятный скрежет, но выдержала. Сталкер держался за голову и смотрел вниз. По его пустой голове проходил глухой звон, и металась лишь одна фраза. Монолит исполняет лишь самые откровенные желания. Те, которые скрыты в твоей душе, понимаешь? Ты стоишь перед ним, как новорожденный ребенок лежит в руках врача, такой же голый и чудовищно незащищенный. А для сталкера это непривычно. Он ведь привык слушать разум, а душа спускает с поводка только у костра или с рюмкой прозрачного. Иначе не было бы таких чудовищных законов среди сталкеров, не было бы таких предательств среди друзей. Иначе сталкеры были бы способны любить. Сталкер нащупал в разгрузке фляжку, но, к сожалению, она была пуста. И курить хотелось, жутко. Он опять прошелся по разгрузке и, ничего не найдя, предпринял попытку подняться. У него не вышло, трещало все тело. Сталкер закинул голову назад и, почувствовав затылком холодный металл, осмотрелся вокруг. Что-то в пейзаже не так. Вроде все тот же мертвый город, но где? Где чувство опасности? Где же, мать ее, зона? Вокруг был разрушенный временем мертвый город, но все остальное, все то, что изменили зона, мутанты, сталкеры, этого всего нет. Нет воронок от гранат, нет выжженной травы от жарок, нет простреленных знаков и автомобилей, нет даже хмурого неба. Зона. Она исчезла. Сделав над собой большое усилие, сталкер встал, оперевшись на автомобиль. Все мышцы болели, как будто его избили арматурой вышибалы в бай. Когда он встал, трудно оказалось не только устоять на ногах, но и дышать. Сталкер слегка нагнулся. Воздух был слишком плотный. Попытавшись сделать пару шагов, он запнулся об свою ногу и упал. Оперевшись о дверку, сталкер поднялся на колени. Он вытер лицо руками. Они были все в крови. Вдруг где-то рядом произошел оглушающий взрыв. Света было настолько много, что сталкер ослеп. Он ничего не слышал, даже собственного дыхания, а вокруг все залило белым светом. Профессор Остапов! Профессор Остапов! Ну-с? Профессор Остапов, произошел мощный выброс энергии в аномальной зоне, который... Погоди. Какова его мощность относительно тех, которые мы наблюдали 3 месяца? 13,986 раз. Выжил кто из наших? Через сотни лет мы растаем в пыли своих надежд, оставляя поколения.